Ладно, окей. Завтра у нас пресловутый день защиты детей. Об этом было уже не раз сказано. И понятное дело, то есть мы здесь, собравшись внутри закона, прекрасно понимаем, что этот день будет использован лишь для очередного насаждения патриархата, насилия, сексизма и прочей мерзости. Ну, вроде да. Не знаю, насколько Мы прекрасно знаем, что когда нам будут говорить о нормальных семьях, это ненормально. То, что называют нормальными семьями, это уже давно ненормально. Когда завтра будут кричать «папа, мама, я счастливая семья», это ни разу не счастливая семья. Все то, что предлагает государство, это фикция. И мы это знаем. Я хочу, чтобы об этом знали гораздо больше людей. Нынешнее обострение патриархальной пропаганды, гомофобной пропаганды, все это связано лишь с тем, что государство повсеместно урезает социальный бюджет. В таком случае, например, незабвенная Мизулина объясняет нехватку жилья тем, что у нас есть определенные семейные ценности, тем, что мы должны жить все вместе. Мама, папа, бабушка, дети, дети их детей, дети их детей. Будто бы это классно, что у нас нет жилья. И благодаря мизулинской пропаганде мы должны кучковаться в одной квартире и думать, что это хорошо. Когда закрывают школы, закрывают детсады, нам тоже говорят, что это хорошо. Да это не хорошо, это прекрасно. Получается, в таком случае наши дети не будут где-то с чужими детьми, возможно, с какими-то там ЛГБТ-отбросами, по мнению государства, и не нахватаются никакой гадости. Вот здорово, пускай все тусуются в одной квартире и не выходят на улицу, пускай их воспитывает бабушка и прививает им основы насилия. А с ЛГБТ-законами все очевидно и понятно, потому что ЛГБТ-активисты, и даже не активисты, то есть люди, которые банально поддерживают ЛГБТ, становятся козлами отпущения. На самом деле это гораздо легче, чем выплатить более высокую зарплату бюджетникам или повысить стипендию для студентов. Все это делает государство лишь для того, чтобы отвлечь наше внимание, оно пускает нам пыль в глаза. Более того, это приводит к росту насилия. Вы прекрасно видите, что сейчас происходит. В таком случае все, кто похож на ЛГБТ, все, кто банально отличается от якобы нормальных людей, получают по голове, получают не по голове, как угодно получают.